Нашел два листка мышенописных, пригляделся, вчитался. Это две песенки, оказывается, которые я давно когда-то сочинил. Вот решил их записать. Там, где руку поднимаю, прямо в небо голубое, там граница пролегает между мною и тобою, где письмо рукой пишу я, строчки рядом ровно строя. Там граница, ты подумай, между мною и тобою. Там, где взгляд мой видит дали, и мир мечтаний без покоя, там граница пролегает между мною и тобою. Там, где руки опускаю, чтобы обнять тебя любовно, там граница пролегает между мною и тобою. Мысленно объять все, только мысленно понять все, даже свет звезды последней тут с тобой соединение. Ну а вторую песню я помню, и тут без бумажки могу спеть. Называется «Автопортрет». Пора мне написать автопортрет. Давно совет такой я слышу. Не все ли равно, куда роняет свет луна? На камень, дерево или крышу? Самый китайца дзен-буддист, хотя и чисто русской крови, немножечко евангелист. Характер мягкий, но неровный. Я с Карлом Марксом иногда пил чай, я к Ленину наведывался в гости, а он, как говорится, со всего плеча мне о России говорил все новости. Очки немного запыленные на мне. Вирусная база обновлена. Спасибо. Очки немного запыленные на мне. Это мельчайшие частички из вселенной. Часто не брит, я бреюсь раз в неделю. Щетина цветом из травы осенней. Ну вот и все. Глаза как запятые. Сама любив поэтому то добрые, то злые.